Слова гимна поста номер один сегодня звучали у Вечного огня, памятника монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной. На площади челюскинцев состоялось торжественное открытие весенней вахты памяти. Традиция несения почетного караула в Ярославле более 40 лет. В нем в добровольном порядке принимают участие старшеклассники 7, 11 кадетских и общеобразовательных классов всех школ города. Каждый ребенок, желающий участвовать в данном мероприятии, независимо от его успеваемости, независимо от его дисциплины, он с пламенем в груди несет почетный наряд. Он испытывает чувство гордости за нашу страну-победитель, за то, что своим несением службы на посту он может самое малое отдать долг своим предкам. Почетный караул у Вечного огня будет стоять до 31 мая, а также 22 июня. В будние дни это две смены с 10 до 13, затем с 14 до 17 часов. В субботу в первой половине дня. Меняются школьники через 15 минут. Всего в вахте памяти примут участие около 2000 молодых ярославцев. Сегодня первыми заступившими на пост стали ребята из 14 школы. Они стали лучшими по итогам осенней части этой торжественной церемонии.